Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Пане Романе, давайте далі тоді якраз і поговоримо про карту бойових дій, як воно зараз виглядає. Почнемо з півдня нашої країни. Була заява від оперативного командування «Південь» напередодні, що в Мелітополі росіяни готуються до такого ж самого сценарію, як і в Херсоні, тобто фактично покинути місто. Як ви вважаєте, от наскільки дійсно це зараз може відповідати дійсності? Практически по всей линии фронта, вот сейчас очень хорошо видно, начиная от Кинбургской косы на западе и до Сватова на востоке, это около 1000 километров фронта на глубину где-то 100 километров, россияне не смогут удерживать эту так называемую кишку фронта из-за как раз географии. Они прижата эта линия фронта, прижата к Черному морю, к Азовскому морю, и поджимается рекой Днепр и нашим фронтом от Запорожья до Донецка. То есть любое наше рассекающее движение в сторону Азовского моря переводит всю эту группировку в оперативный котел, и им придется из этого оперативного котла потом выбираться, потому они сейчас уже планируют определенные действия, кстати, такие же самые, по такой же самой кальке, правильно сейчас говорят наш генштаб и спикеры генштаба, они действительно выполняют оборонные мероприятия для отхода, для прикрытия отхода российских войск в основном в Крым. То есть направление движения, направление, допустим, отрытых оборонных сооружений, говорит о том, что они планируют с Херсонской области, с Запорожской области в основном отходить в Крым и дальше запечатываться в Крыму. Эти отсечные, так называемые, оборонительные сооружения в районе Армянска, это перекоп Чангара и Арабатской стрелки. Кстати, несколько дней назад проверял тот же на голубом вертолете министр обороны Шойгу. Именно там он проводил эти мероприятия, то, что мы видели по средствам массовой информации. То есть они готовят запечатывание в Крыму, и уже Крым будут готовить, входы в Крым будут готовить в реальном режиме, в реальном режиме обороны. А по всей Херсонской, Запорожской области в основном отрываются вот такие отступные, так называемые, сооружения оборонительные для арьергардных отрядов и тех подразделений, которые будут прикрывать отход. И это практически проводится такого рода действия до Бердянска, то есть можно говорить о Херсонской и Запорожской области, готовятся не оттуда уходить. Але ми розуміємо, що Мелітополь – це вкрай важливе місто для окупантів, фактично, як його називають, ключ для оборони Півдня. То як ви вважаєте, чи дійсно вони будуть готові, і, власне, якщо ми говоримо навіть про російське військове керівництво, чи дійсно вони будуть готові залишити Мелітополь так, як вони залишили Херсон? Географія розположення фронту і географія того, тех боевых действий, которые предполагаемые, как раз ведут к тому, что россиянам невыгодно удерживать Мелитополь. Это нам его выгодно взять, так как это самый короткий путь до, ну, можно так говорить, Азовского побережья, то есть там этот залив, но тем не менее. То есть мы выполняем задачу рассечения по самому короткому пути, рассечения российского сухопутного коридора. Но в режиме обороны удерживать Мелитополь россиянам очень неудобно. Он прижат, во-первых, находится в очень неудобном месте, это не центр боев. И если будут определенные отсечные мероприятия, проведены оперативно-тактические, то Мелитополь окажется в котле, в очень жестком котле, так как это не побережье Азовского моря. Туда, в принципе, даже подойти реально морскими судами невозможно толком для того, чтобы выполнить мероприятие по эвакуации гарнизона. Потому как раз Мелитополь с точки зрения наступления для нас, он важен, но как важен, как направление, а с точки зрения обороны для россиян он опасен, так как его оборонять очень сложно.
Зрозуміло. Давайте ще поговоримо про те, що відбувається на Сході. Скажу так, спитаю вас дуже обережно. Сьогодні з'явилася інформація з приводу можливої успішної операції наших сил в Бахмуті. Чи можете ви щось сказати з приводу цієї, знову повторюся, чутливої теми? Дело в том, что Бахмут, Солидар, Авдіївка, Донецька, там Мар'їнка, Пески – это агломерации. Агломерации, в которых сейчас наши войска могут проводить наступательные операции. Это же касается, допустим, Северска, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Северодонецка, того же Сватова. То есть независимости от погоды мы можем по асфальтным и хорошим проселочным дорогам двигаться сейчас. И самый оптимальный вариант – использовать наши резервы как раз в районе Бахмута, так как Бахмут уже, с одной стороны, россиянами практически разрушен, и это очень хороший оборонительный рубеж, а с другой стороны, это хороший рубеж для развития наступления и реверсного движения фронта уже в сторону Попасной. Причем здесь можно выполнять определенные действия, связанные с окружением той же попаснянской группировки. Если в это же самое время, параллельно, может быть, в ближайшее время мы услышим о движении наших войск со стороны Сиверска в сторону Лисичанска и заходу попаснянской группировки в тыл. Потому это один из приоритетных направлений сейчас, и он довольно-таки в данный момент может быть действительно выполнено такого рода движение. Ну, чекаємо з нетерпінням подробиці і, власне, інформації від нашого генштабу. Тоді зможемо вже більш предметно обговорювати в нашому ефірі.